время суток. Сегодня мы с вами будем делать салат для притягивания денег. Что же нам больше всего может притянуть денег, как не настоящая капуста? Что же нам еще понадобится в этом салате? Естественно, нам понадобится еще и морковка, потому что всем известно, что морковка очень хороша для зрения, и нам очень важно видеть деньги. Где же наши деньги? Почему мы их не видим? Да потому что мы не едим морковь. И именно поэтому мы положим в наш салат очень много моркови, чтобы видеть много денег. Много этой самой капусты. Положим в наш салат зелень. Мы же притягиваем деньги, а деньги — это зелень. Естественно, в салате нужна зелень. И еще самое главное, нам нужно много капусты, нам нужен миллион капусты, нам нужны миллионы денег. Поэтому догадайтесь, чем мы будем заправлять наш салат. Правильно? Мы будем заправлять его лимоном. И это все сейчас мы сделаем. Я уверена, что с этим справятся не только женщины, но и мужчины. Потому что когда мужчина готовит, это очень эротично. И начинаем его нарезать. Как вам больше нравится? Можете резать соломкой. Можете резать кубиками. Берегите пальчики. Вот мы нарезали. Если мы нарезали капусту кубиками, то и морковку мы тоже нарежем кубиками. Зелень — это деньги. И деньги — это зелень. Мы отрезаем от него часть и выжимаем его в наш салат. Все, теперь у нас будут просто миллионы, миллионы денег. Представляете, как на вас просто изливаются миллионы денег. Представляете, как вам приходят деньги?